Пензе задержали мужчину, который вымогал деньги у жителя Октябрьского района. По словам потерпевшего, под угрозой насилия, его наглядно знакомый требовал у него 4000 рублей. Причем ранее, зимой, при аналогичных обстоятельствах, он уже переводил на банковскую карту злоумышленника 5000. Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области установили подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 30-летний житель Октябрьского района города Пенза. Его слов, преступление он совершил из-за трудного материального положения. Мужчина был знаком с потерпевшим. Они познакомились, когда вместе отбывали наказание в одном из исправительных учреждений. Подозреваемый думал, что у знакомого имеется в наличии деньги. По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 4 лет лишения свободы.